Уже 26 лет в России 27 мая отмечается День библиотек, который по праву считается и профессиональным праздником хранителей книжных архивов. Памятная дата была учреждена в честь открытия в России в 1795 году первой общедоступной библиотеки. В поселке совхоза имени Ленина один из соучредителей общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» депутат Ленинского городского округа Артем Грудинин посетил местную библиотеку. И пришел он не с пустыми руками. Мы вас от нашей замечательной организации «За людей, за совхоз, за достойное будущее» хотим поздравить с праздником Дня библиотекаря. Вот, профессиональные успехи у вас и так на высшем уровне, поэтому мы их жевать не будем. Самое главное – не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе. Вместе с депутатом библиотеку посетил представитель компании «Рота Агро», главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» Сергей Вырлеев. Подарки для профессионалов самые подходящие. Это эксклюзивное издание книги «Мастер Маргарита» Михаила Булгакова и огромный термопот. Что-то среднее между чайником и термосом, где вода всегда горячая. Теперь пить чай можно в любом. 27 мая мы отмечаем Российский день библиотек. И поэтому мы посчитали своим долгом поздравить библиотекарей и библиотеку с этим замечательным праздником. Насколько я понимаю, подарок очень сильно понравился, и мы надеемся, что он принесет пользу людям. Общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и компания «Рота Агро» давно сотрудничают с библиотекой поселка. На прошлой встрече учреждению были подарены несколько десятков книг классических и современных авторов.